Привет, друзья! Сегодня в Тобольске, 5 часов 40 минут, сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Renault Megane, который двигался по встречной полосе проспекта Дзираева, прямо навстречу на ряду ДПС. Автопатруль развернулся и стал преследовать иномарку. На требование остановиться водитель не реагировала, двигаясь на большой скорости. На кольцевой развязке селом улицы Юдина водитель не справилась с управлением, наехала на бордюрное ограждение. Рено опрокинулся, из него выбросило трех девушек, водителя и двух пассажирок. 18-летняя пассажирка Рено скончалась сразу на месте ДТП. Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована, 22-летний водитель Рено, предварительно, госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Из машины вылетела упаковка из-под пива, а также пустые бутылки. Стаж водителя Рено за рулем 1 год. За это время девушка 6 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. На данный момент обстоятельства ДТП выясняются. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.